Всем привет, дорогие друзья! Это еще до сих пор обучающий канал «Создать сайт». И в этом последнем видео, не только последнем видео этого года, но и в последнем видео, которое выходит в текущем формате, то есть в рамках проекта «Создать сайт», хотелось бы поговорить о том, что вас будет ждать в январе месяце. Да, действительно, с нового года канал расширяется, и я представлю новый обучающий проект на этой платформе. Он будет называться IT District. Итак, что же вас ждет в январе? Во-первых, 10 января стартует закрытая обучающая программа, где вы научитесь привлекать клиентов на создание сайтов и сможете качественно презентовать себя в качестве разработчика сайта с целью как можно максимально продать свои услуги. До конца года можно еще записаться на курс по скидке в 60%. Там осталось, по-моему, что-то вроде 3 мест. Но это все будет на закрытом сайте. Что же вас ждет на канале? 9 числа выйдет ежемесячный, но уже новогодний подкаст, в котором мы поговорим о том, как лучше обучаться на курсах или самостоятельно. Я расскажу о своем опыте, так как обучаюсь постоянно. Например, сейчас я обучаюсь очень сложной новой технологии по ускорению Android-приложения. Я долго искал, где обучаться, и в итоге купил курс у американского разработчика. Причем этот курс на английском языке. Но сейчас не об этом. Вы узнаете, как выбирать качественные курсы и преподавателей, как правильно анализировать авторов, как, например, если вы выбираете путь самообучения, вы узнаете, как правильно обучаться самостоятельно, как правильно строить свое время, чтобы все успевать. В общем, будет продуктивно. Ну а 15 января выйдет классный курс по созданию вашего собственного онлайн-кинотеатра. В общем, будет очень продуктивно. А в феврале уже начнется обучение разработке Android-приложений. Параллельно также будут выходить видеоуроки, которые будут посвящены разработке сайта. Будем работать синхронно. А сейчас хотелось бы поздравить всех зрителей с наступающими новогодними праздниками и пожелать легкого и плодотворного обучения, чтобы навыки, которые вы приобрели или которыми еще только обучаетесь или вообще планируете обучаться, принесли вам много счастья, радости и фарта, а также море денег в будущем году. И самое главное, хотелось бы пожелать, чтобы вы всегда занимались только любимым делом и шли к своей цели. На этом обучающий проект «Создать сайт» сворачивается. Я как автор этого проекта с вами прощаюсь, чтобы уже в новом году на этой платформе поприветствовать вас в новом проекте. Всем удачи и хороших новогодних праздников. До встречи на территории IT District.